Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Мы находимся на поселке Товарковской, Богородицкий район, Тульская область, Светофор, улица Кирова. Итак, скумбрия 225 рублей, минтай 149 рублей, мойва 91,90, кальмары 239,80. Наша птица. Там что-то наша птица. Пакет. Все запаковано. Так, это я вчера снимала тут. А вот вчера я не показала то, что необходимо. Так, жаркое для свинины. Я вчера брала. Действительно очень хорошее, великолепное. 140-40. Очень мелкие косточки, прям вот, смотрите, очень хорошо, быстро прям варится, жарится, тушится. Очень, и вот спрашивали, а жирок есть? Да, небольшие, есть полосочки небольшие, но великолепный. Так что, кому не... Вот, и дешево, действительно, для пенсионеров это очень хорошо. Так. Это я тоже снимала вчера. Горбуша. 631 рубль. Скумбрия. 581 рубль. 50 копеек. Икра. Сельди в масле. 190 грамм. 140 рублей. Сельдь, город Узловая. Кстати, это все город Узловая. И это город Узловая. Здесь тоже город Узловая. Наша Тульская область. Производитель город Узловая Тульской области. Сельдь 210 рублей. Вот такие маленькие. 550. Прям вообще прекрасно. Не знаю, не пробовала. Наверное, сейчас возьму. Попробовать. Продукт из творога. Заменитель молочного жира. 137 рублей 90 копеек. И без заменителя молочного жира 131 рубль за 500 грамм. Здесь килограмм с заменителем молочного, а здесь без заменителя 500 грамм, 131 рубль. Наггетсы. Килограмм 132 рубля, 20 копеек. Это я уже вышла из холодильника. Лавровый лист 29,90 за 40 грамм. Мясо уток, смотрите, вот такое. Сохраним традиции. Цена за эту баночку 56 рублей 80 копеек. Здесь 300 грамм. А здесь что у нас? Килечка. Килечка. Здесь сколько? 240 грамм. 39,80. Мясо уток. Лак для волос 300 миллилитров 94 рубля. А это, наверное, не лак. Лак вот здесь. А может и лак такой. Созвездие. Семечки Мартин 500 грамм 62,50. Вот такие семечки. Солнечный урожай. Цена 300 грамм 170 рублей 20 копеек.
Вот они обжаренные. 300 грамм, 170-20. А эти 500 грамм, 62-50. Так, освежитель цитрусовый. Вот такой. Здесь 400 миллилитров. 73,90. Вот такие. Вчера их я не видела. Может, прошла? Не заметила. Здесь что? Здесь пока еще все на палетах. Так, кондиционер Белинг 2 литра 154 рубля для белья. Вот такой. Браться хорошо за ручку, удобно. Напитки газированные, сильно газированные. 2 литра 63 рубля. Клинов. Экзотические фрукты. Лайма. 2 литра 150, за 2 литра 58 рублей. Это все клинов. Экзотическая манго, фрукты, персики. 60 рублей. 60 копеек. 60 рублей 60 копеек за 2 литра. Лимоны привезли. Цена за килограмм 111 рублей. Вот такие лимончики. Смотрите, отличные. Надо 2 штучки взять себе. Можно даже их заморозить, засушить на зиму. Но они постоянно, поэтому не стоит забивать холодильники. Масло подсолнечное, литр 96,10. Я посчитала, если взять 5 бутылей, дешевле, чем в других магазинах. Потому что 5-литровка в других магазинах уже стоит около 600 рублей. Так что надо масло взять. Очень удобно. Тем более бутылочку израсходовал, и можно другую начинать. России производитель. Мука пшеничная, рязаночка. Я беру ее, набрала очень много, очень хорошая. 150 рублей за 5 килограмм. 150-30. Очень хороший хлеб получается, булочки из нее. Прекрасно и недорого. Так, наполнители кошачий, древесный. За сколько тут килограмм? За 5 литров 53,50. Подстилка впитывающая, одноразовые гелевые для животных. Цена за эти пеленочки 440 рублей. 60 штучек здесь. 440 рублей. Ой, что это такое? Смотрите. Так. Напиток кофейный. 3 в одном. Здесь, значит, 20 штук. 193,30. Ну, здесь цикорий есть. Шиповник. 150 грамм, 60 рублей. Цикорий 193. И цикорий 41 рубль. А вот какая цена? Не вижу. Пряжи? Нету, не вижу цены пряжи. Может, где-то скатерти, полотенце? Не вижу. Комплекты. Комплекты, смотрите. Так, это что? Вот это, наверное, покрывало. Да. Сейчас посмотрим, что это. А тут не написано. Покрывало, да, крупные вафли. Вот цена 966 рублей. Вот это покрывало. Расцветки разнообразные. В ассортименте. Комплект постельного белья 708 рублей.
828. Это двухспалка. Кстати, говорили, что скользят, но я вот брала комплект двух спалочек, ничего подобного, потому что на матраснике, у меня еще на матрасник, и она по матраснику не скользит. И не такой она уже более плотная, чем вот до этого были. Я брала в других магазинах. Полотенце универсальное, салфетки в рулоне. Здесь 200 листов, 112 рублей. И салфетки 100 штук универсальные, 177,80. $111 тоже салфетки разной фирмы. И здесь 60 штук и количество салфеток. Поэтому цена разная. Так, влажные салфеточки для интимной гигиены для мужчин и женщин с клапаном. 230 на 250. Цена за эти салфеточки 125 рублей 70 копеек. Здесь их 80, да, наверное. Или сколько количество? Сейчас посмотрим. Да, 80 штук, правильно я сказала, 80. Вот такие влажные салфеточки. Влажные салфетки 230 листов, 68 рублей. Вот они. Тазик строительный на 40 литров, 238 рублей. Вот такой тазик. Так, и для цветоводов, огородников, смотрите, вот такие луковичные тюльпанчики, 112 рублей. Цветы необыкновенные, красивые, красавицы. Еще желтые есть. Кто любит желтые тюльпаны, пожалуйста. Такие красивые, необыкновенные. Луковица. Так, здесь 5 штук. Так, это 2. И здесь 5. 5 штучек луковиц. Да. Здесь табуреты высокие, 265 рублей, 46 сантиметров высота.